Я вот слушаю Кадырова, эту речь, наложенную вот этой вот грустной музыкой, которая должна во мне пробудить чувство. Я должен как-то вот расположиться к его этим словам, что вот этот человек не хочет, чтобы снова наш народ гиб, чтобы снова война пришла на нашу землю. Но здравый смысл, и я пытаюсь, да, вот так вот, я вроде бы эта музыка, она меня располагает, и я пытаюсь в это поверить, но в то же время я думаю, так, погодите-ка. Кадыров продолжает встречаться со своим окружением, проводить эти совещания с оперативным штабом по проведению военной специальной операции. В Чечне есть такой свой отдельный оперативный штаб, созданный Кадыровым. И вот он периодически с ними встречается и постоянно на этих встречах высказываются какие-то все новые и новые аргументы в пользу того, что нужно ехать в Украину и убивать украинцев, нужно принимать участие в этой войне. Вот я сейчас покажу вам очередное такое, такую встречу Кадырова с этим своим окружением, и посмотрите, какой на этот раз, какой убедительный довод привел Кадыров. Кадыров говорит, что мне лучше, чем ждать врага здесь, в Чечне, чем он придет сюда и будет здесь убивать нас. Я лучше, говорить, там, в Украине, сражусь с этим врагом, там его убью, уничтожу, чем он придет ко мне в Чечню и будет убивать моих женщин, моих детей. Мне некуда, он говорит, девать этих женщин, этих детей. У меня нет бункеров для них. Я не хочу. Мы не для того, он говорит, построили эту Чечню, восстановили ее, чтобы опять к нам пришел враг и уничтожил все то, что мы сделали, чтобы разрушил Чечню. Мы не для этого ее строили, говорит Кадыров. И не надо задавать тупые вопросы, не задавайте сейчас. Что значит, при чем здесь Украина? Не задавай тупые вопросы. Украина, конечно же, при том, что уже на протяжении 4 столетий, это же именно Украина нас уничтожает. Это ведь Украина до этого разрушила Чечню. Это Украина до этого 300 тысяч нашего населения уничтожила. Вы что, забыли про первую Украино-Чеченскую войну, про вторую Украино-Чеченскую войну? Вы думаете, наш народ это все забыл, все эти преступления? Вы думаете, мы забыли, как Украина выслала чеченцев в 1944 году? Вы думаете, мы забыли Кавказскую войну, войну Украины с кавказцами? Вы думаете, мы забыли, как они убивали наших абреков? Вы думаете, мы все это забыли? Вы думаете, мы забыли, как мы восставали против Украины? Мы на протяжении 400 лет уже сражаемся с Украиной. И даже если там думают, что мы, даже если представить, что мы это забудем, допустим, история-то, она уже написана, она этого не забудет. Достаточно просто вот загуглить, мы можем просто загуглить, допустим, первая Украина-Чеченская война. Давайте вот загуглим. А нет, не показывает. Может, вторая Украина-Чеченская война? Он вместо Украина-Чеченская война, он мне выдает, Google выдает Российско-Чеченская война. Ну, конечно, потому что это же Google, это же интернет. Вот эти вот ваши западные интернеты. Это, конечно, вам там легко поменять историю. Вы просто взяли, переписали, но мы-то все помним. Мы, чеченцы, ведь все помним, мы-то знаем, кто нас убивал. Мы-то знаем, чьи самолеты нас бомбили, чьи танки по нам ездили. Мы-то знаем, чья артиллерия наносила по нам удары. Мы знаем каждый снаряд вот этой установки «Град», установки залпового огня. Мы знаем, кто, чей солдат ее по нам запускал. Конечно же, украинский. Или нет, или я, может быть, в чем-то ошибаюсь. Я думаю, нам нужно будет восстановить эту историю, нужно будет снова подумать об этом.
Мне кажется, где-то произошла какая-то ошибка, кто-то подмену сделал в этой истории. И так совпало, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский обратился к кавказцам, стоя при этом у мемориала памяти имама Шамиля в Киеве. Вот небольшой отрезок его выступления. Давайте посмотрим. Народы Кавказа, все народы на территории России, у вас нет ни одной причины, чтобы быть среди этих многих, кто все еще служит тому одному, кто хочет этой войны. Вы не должны погибать в Украине. Ваши сыновья не должны погибать в Украине. Нет у вас такой обязанности и такого долга ни перед вашими отцами, ни перед вашими детьми, ни перед вашим будущим, ни перед будущим вашей земли. И вы это знаете. Мы видим, что вы сопротивляетесь преступной мобилизации, которой российская власть хочет перекрыть свой провал. Народы Кавказа, у вас нет ни одной причины, он говорит, Зеленский, для того, чтобы участвовать в этой войне. Как это нет, Зеленский? Как это нет? Я же только что перечислил все эти причины. Вы на протяжении 400 лет, это ведь вы нас убивали, не россияне, это же не Россия, это же Украина. Как это нет у нас причин? Конечно, есть причины, и мы обязательно во главе с нашим падишахом, вот вы увидите, именно он возглавит эту священную войну против вас, соберет вокруг себя всех своих родственников, годных к этой военной службе, а у него их полно. Он, его родственники, потом все его окружение, вот эти вот председатели парламента, там всевозможные вот эти чиновники, которые обычно его окружают на этих совещаниях, они все вместе, их родственники ближайшие, их дети, племянники, братья, они все. И вот во главе с ними мы уже будем стоять за ними, они возглавят этот наш отряд, и мы придем для того, чтобы отомстить вам, Владимир Зеленский, за все то, что вы с нами делали. А еще в этом обращении Владимир Зеленский говорит, что мы, украинцы, мы Украина, мы чтем, он говорит, память ваших кавказских героев, стоя перед мемориалом имама Шамиля. А Россия тоже чтет память наших героев. Например, голова Хаджи Мурата до сих пор хранится в музее в Питере, в Кунсткамере. Они тоже ее очень бережно хранят на протяжении уже более века. Она находится в этой Кунсткамере. И есть у нас такие вот на Кавказе всякие провокаторы, которые пытаются поднимать вопросы, эту голову захоронить, предать ее земле. И Россия не дает этого сделать. Она бережно хранит эту память. Поэтому пока эта голова Хаджи Мурата лежит в этой Кунсткамере в Питере, Владимир Зеленский, мы будем помнить нашу историю, и мы будем знать, что Россия все эти годы, пока вы нас, украинцы, убивали 400 лет, Россия нас от вас защищала. Она всячески нас берегла и хранила нашу память, память о наших героях. Вообще, я когда вот эти вот все разговоры, я сейчас уберу вот эту иронию, понятно, все это была ирония. Когда вот эти все разговоры идут, мне интересно, на кого они рассчитаны. Я вот слушаю Кадырова, эту речь с наложенной вот этой вот грустной музыкой, которая должна во мне пробудить чувство. Я должен как-то вот расположиться к его этим словам, что вот этот человек не хочет, чтобы снова наш народ гиб, чтобы снова война пришла на нашу землю. Но здравый смысл, и я пытаюсь, да, вот так вот, я вроде бы, эта музыка, она меня располагает, и я пытаюсь в это поверить, но в то же время я думаю, так, погодите-ка, но это ведь полный абсурд. Ведь это как раз та страна, которая сегодня пошла так же, как она убивала нас 20 лет назад, 30, да, любую, 50 лет, 100 лет назад, любую дату в эти 400 лет возьмите, это та страна, которая нас убивала все это время. Теперь эта страна пошла убивать украинцев на их же территории, захватывать их земли, делать их земли частью своей территории, официально аннексировать. И этот человек под вот эту вот грустную музыку
пытаясь пробудить во мне вот эти чувства, он мне заливает, что мы должны вместе с этой Россией пойти и убивать там сегодня украинцев, чтобы завтра украинцы не пришли к нам убивать нас. Но на протяжении всех этих 400 лет украинцы ни разу не приходили нас убивать. Ни разу. Не было такого. И не было никаких предпосылок к тому, что украинцы вообще когда-либо придут к нам нас убивать. Вот, вот ничего, ни одного высказывания, ни одной записки оттуда не было. Ничего подобного не было. Я не знаю, на кого вы рассчитываете, где вы найдете таких идиотов, кто поверит в это. Я буду сам, 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 я буду сам